Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dream Defender. Ну что ж, мы с тобой остановились на 15-й миссии. Босика мы с тобой победили на 3 звездочки. Так, нет у нас с тобой на прокачку ничего. Давай смотреть, что у нас тут. Какие новые монстрики против нас пойдут. Опять потерянный носок? Это не потерянный, а пропавший. Видишь, он же из другой пары. Вот и ответ, куда пропадают все носки. Они становятся кошмарами и улетают атаковать дерево снов. Окей, предположим. Ну где там носки потерявшиеся? Воу-воу-воу-воу. Броневички. Так, Хрякович идет. Переключаемся. Нормуль. Вылупляем. Четенько. Ну, кто там следующий? Ждем. Ой-ой-ой-ой, крысы, крысы, крысы. Крысы со взрывчаткой, друзья. Ах ты. Надо было просто кинуть, блин, орех, ребята, и все, они бы... Слушай, мне не нравится вот это все. Ребят, я не успеваю. Я не успеваю, блин, подбивать эти огонечки ихние. Трындец. Ладно. У нас регенерация не настолько сильна, да? Чтобы момент... Ой-ой-ой, они же сейчас... Носки еще потерянные летят. Да вы издеваетесь над нами, просто издеваетесь. Ну давай, 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 давай. Трешово как-то. Погнали. Давай сюда, 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 сюда. Не вздумай ударить. Даже не дополз. Ой-ой-ой, еще этот слизни... Как он там, сопленыш? Как его звать-то? Сопляжуй. Ну, короче, ты понял, да? Угу, какое-то новое достижение, ребята. Я получил, не знаю пока какое. Слушай, достали уже, а? Ага, конечно. Разогнался. Влупляем. Отлично. Регенерация очень медленная. Ребят, не успеваем мы с вами захилять полностью наше дерево снов. К сожалению. Я там похрюкаю сейчас. Хрюкают они. Так, ну желудь очень даже неплохо держится. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, отлично. Так, потерявшиеся носки летят. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Так, даже не вздумай тут плеваться по мне. Ага. Найс. Так, носок-носок-носок, минус. Минусанули. Замечательно. Что-то много вас тут идет. Много вас тут, говорю, идет. Так, они в броне, им пофиг. Вначале броню надо сбить. Ой, а здесь-то? Твою налево, крысы бегут. Так, это убил? Уничтожили, отлично. Так, погнали. Эй! Стоямба! Трэш. Не успел, да? Не успел, отлично. Блин, сложно, ребята, очень сложно уже стало играть.
волны без перебоя идут просто-напросто. На три звездочки не пройдем, конечно. Ну, дай бог, может быть, на две. А может быть, даже вообще на одну. Очень плохой заход у нас получился. Так, если я орех сюда вот бомбану. Так, у нас Сократ еще летит, тут выпендривается. Так, давай сюда бомби. Успеваем, 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 успеваем. Норма. Да, скорее всего, на две звездочки. Скорее всего, ребята. Ну-ка, смотрим. Угу. Даже на одну все-таки. Фей, кошмары, не жалей. Так, и бонус, если мы посмотрим видосик. Так, ну что, у нас сколько там в общем количестве? Так, позже. 441 анир. Заходим в умение. Стойкость, реген. Вот реген надо, наверное, подкачать нам. Ну и стойкость, конечно же. Вау. Навык. Она больше нам ни на что не хватает. Так, орех, взрыв, созревание. Это все у нас позже сделается. Ну что, блин, на одну звездочку. Ни туда, ни сюда. Давай смотреть, что у нас на 16-й миссии. Им там страх выдает броню, да? Собакон в броне — это не круто. А, в броне? Совсем не круто, Диди. А кинь корешек ему на голову, а? Порадуй собачку. Порадуй собачку. Да ты его запаришься даже так бомбить. Этим орехом. Так, стоп. Успели, да? Воу-воу-воу-воу. Так, давай-ка помогай мне. Да что ж ты... Так, мы сбили броню, да? Поехали, заплевываем. Стоп, 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 стоп. Бежит. А этот-то в броне. Ё-моё, я ему и не сбил броню. Ай, как же неприятно. Много миньонов. Это миньоногеддон. Миньона. Отличный повод поднять счетчик комбо до невиданных высот. Да, конечно. Отличный способ, говорит. Счетчик, ты посмотри, кто там идет. Там все, кому не лень. И эти, и собаконы, и сопленыши эти. Счетчик комбо поднять, ага, да невидимых. Эти, говорит. Вупляем. Мочхать хотели на все и на это. Давай, 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 пробиваем. Есть. Ну? Чего? Эй-э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 й! Я пытаюсь, ребят, я пытаюсь. Так, понял. Фей, ты бы помог мне чуть-чуть-то хотя бы, а? Вот чуть-чуть он тебе и помог, блин. Да что ж ты будешь делать, они очень сильные. И еще и два дракона идет. Ребят, я не успеваю. Все. Да.
Пока этот уровень нафиг мы не пройдем с тобой на три звездочки, нам суваться с тобой, я так понимаю, вообще не стоит никуда. Опять потерянный носок? Да, но да, да. Ответ, куда пропадают все носки. Они становятся кошмарами и улетают. Три звездочки нужно пройти. Блин, орех прокачан по максималке. Почему такой дамаг слабый? Может быть, нам нужно вторым орехом бомбить, а не который огонь, а который оглушает? М? Так, это я помню. Здесь у нас, по-моему, первый фейл, да? Был. Да-да-да, именно здесь. Так, фей, помогай. Отлично. Иди ты, собакон. Жарим. Он даже орех быстро уничтожает, прикинь. Собакон этот. Так, носочники, носочники. Не подходим. Погнали. Вот я хотел как раз посмотреть вот на второй орех. Что он делает? Он замедляет. Он просто замедляет, ребята. Не наносит он огненного урона, а просто очень сильно замедляет. Ну, типа оглушает их. Так что я даже не знаю, что лучше. Наверное, замедление все-таки лучше. Как по мне. Так, сопленыша этого в минус. Отлично. Нет, ну. Да какого же лешего-то? Ну вот, ребят, сейчас начнется, да? Да что ты? Какой-то косорылый, прям не могу, блин, бесишь ты меня, блин. Вот и фейл, блин, начинается. Ох, тут еще эти идут. Твою, блин, налево, блин. Все сбили мне, блин. Весь настрой, ребята, запоганили, а. Да. Короче, понятно все. Сыграл даже хуже, чем в тот раз, блин. Я офигею. Да все, хорош со своими носками, блин. Запарил уже носочник. Они становятся кошмарами и улетают атаковать дерево снов. Я офигею просто, блин. Как они так быстро ко мне подобрались, блин, а? Ага, помню. Блин, я иногда теряю свою эту мышку, блин. Понятно, куда стреляем. Помогай, фей. Вот что это сейчас было? Раньше он почему-то такого не делал, фокуса. Сейчас он, видите ли, делает. Так, ну с этим носком, ладно, с одним мы справимся. Но когда их целая орда летит. Нет, здесь-то тоже справимся. Когда именно ползуны ползут и носки летят. Вот тут что хочешь, то и делай. Давай атакуем. Так, ну что там у нас дальше идет? Вот этот слизень и дракончик. Вот после него начинается, да? Чепуха всякая. Угу. Давай, родной, быстрее заколбашиваем. Вот сейчас, по-моему, начнется. Пробей ты уже быстрее.
Сейчас начну заплевывать. Не успел. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, не радуемся, ребята. Пока радоваться рано. Они бронявые, бронявые. Хрю-хрю-хрю, хрюкает у меня здесь. Давай, жарь. Так, и носочники, да, опять? Опять носочники, да, потерявшийся носок летит. Он как-то быстрее летит, по-моему, да? Как по мне. Ну! Отлично. Давай-д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 авай. Отлично. Потерянные носки. Не пройдете, гаденыши. Так. Подожди, что там? Бронявые, да? Давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Секунду. Угу. Да где опять указатель-то, ёпрасты, блин? Оу. Все, что-то я растерялся, блин. Трындец, блин. Указатель потерял, и все, ребята. Завалили. Даже сопротивляться здесь не буду. И офигеть, вот эту вот мышку чертову желтую, блин. Я просто ее, ребят, не вижу, понимаешь? Че в такие моменты? Всем снятся кошмары. Понятно. Трындец, блин. Взрыв. Ну что? Восстановление специального навыка фей. Окей, тут еще даже хватит нам немножко взрыв прокачать. Я офигею, теряешь вот этот указатель, куда бомбишь? Вообще не понимаешь, куда бомбишь. Опять потерянный носок? Вот и ответ, куда пропадают все носки. Они становятся кошмарами и улетают атаковать. Оно сливается с общим планом, и все, ребят. Питач. Давай, 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 давай. Окей. Да помогает уже, блин. Ну, допустим. Собакуны идут. Ладно, там пускай пока бомбят. Сейчас их взрывом, наверное, снесет. Допустим, сделаем так. Ее надо как-то то ли белой сделать, то ли еще. Она вообще здесь сливается с этим общим фоном. Погнали. Питач какой, я крепкий, блин. Что там сейчас, носки полетят, по-моему, не? Так, тут драконы. Еще дракон летит. Сопленыши эти летят. Давай, 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 давай. Так, в минус. В минус. Окей. Так, у Фея готов заряд. Это, кстати, очень вовремя и в тему. Погнали. Поехали, отбиваемся. Горят, горят охламоны. Опять носок летит.
Так, вот сейчас, по-моему, будет, ребята, путаница у меня. Сейчас что-то я тут растеряюсь где-то в чем-то. Ну! Так, пока нормально. Главное, указатель не потерять. Главное, не потерять указатель. Если указатель не потеряем, то все будет хорошо. Должно быть хорошо. Ага. Здесь сделаем вот так вот. Там пятачек уже наяривает, да? Броня. Да бомбит уже. Так, фей, помогай, блин. 5 пятач ползет. Ну куда? Ну укусил все-таки. Ребят, он все-таки укусил, а? Паршивый носок. Может быть, еще успеем с тобой восстановиться. Мало, конечно, шансов на это, но. Носок, он просто неугомонный. Так давай. А все равно не на 3 звездочки, ребята. Хотя, подожди, вдруг чудо свершится, я не знаю, что должно тут получиться. Так, подожди, да если... Ну... Ай-я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 й, подкрадывается. Он все-таки ударил, а? Да, ну это замедление, ребята, это какая-то Фуфляндия, если честно. Ну как вот ты сделаешь, а? Не знаю. Просто я не знаю, что тут еще сделать можно, а? Так, у нас тут что-то готово, ребят. Давайте откроем сундук. Аниры. В копилочку к нам летят анирчики. Окей. Так. Навык. Докачали полностью. Созревание, взрыв, созревание. Давай созревание прокачивать. Созревание ореха. Блин, я этот 15 уровень, наверное, не пройду на 3 звезды. Никак. Хочу облик. Новый. Собери 150 звезд. Сколько у меня вообще звезд собрано? Где тут? Ага, 42 всего лишь. Мочилово. 5000 очков. А у меня сколько? Где у меня очки? Я не знаю, ребят. Поехали. Зомби. Как там, демон апокалипсис, он сказал, да? Ай, броня вы. Страх выдает броню. Совсем не круто. А ким корешки надо, а? Порадуй собачку. Порадуй собачку, порадуй его. Ох, сейчас тут целая орда будет. Так, минус носок. Минус еще носок. Дракоша летит. А вот так вот вам нормально? Ну куда ты, гаденыш, подкрадываешься, а? Так, собаконы ползут. Переключаемся в атаку. Твою налево, вот этот пятач ползет. Я его и не увидел. Ого, как много миньонов. Давай, давай, как много миньонов. До невиданных высот. Конечно, счетчик комбо до невидимых высот. Меня сейчас тут порвут до невидимых высот. Это да. Такое вероятно.
Давай, давай, пробиваем. Так, они там что, орех жуют уже? Не смей жевать орех. Погнали. Так, тут надо влуплять, понятное дело. Так. Ой, зачем переключился? Ну, есть. Зачем вы там бомбите по ореху, а? Смотри, как они быстро разносят его. Это все пятачи. Офигеть, у них урон. Ты сам видел. Орех просто разносит в щепки. Чё они такие сильные-то? Они же не были вроде такими сильными. Да, господи, одиночная атака, правильно? Бомблю. Твою налево. Ой-ой-ой-ой, пошла жара, ребят. Собакона, валим. Давай. Отлично. Фью. Так, опять бронявики. Тут и бронявики, и собакон еще в броне. Улупляем. Я даже боюсь представить, что дальше будет. Какой трэш будет твориться дальше. Там носки пойдут в броне, да, потом. И тому подобное. Сейчас. И вот эти вот драконы, наверное, в броне пойдут. А почему бы и нет? Нам же надо будет усложнить жизнь, так скажем. Так, X-комбо. Ну, то, что? Летит носок. Если бы заморозка была бы, ну, намного сильнее замораживала, было бы намного круче, ребят. Вот так вот сделаем. Давай, вон тех, вон вдалеке, которые. Хорошо. Так, целая орда носков. Фэй очень хорошо мне сейчас помог, я тебе скажу. Ай-яй-яй-яй. Ну, пока вот ты на этого потратишь. Давай, здесь еще немножко осталось. Хоть бы это были последние бойцы, а? Да, конечно, последние, ага. Захотел, как говорится, халявки, да? Там еще и броня выйдет. Вот, смотри, пока ты ему броню тут спилишь. Ну. Да, ребята. Фью. Новое достижение — крепкий орешек. Так, давай смотреть. Так, рекламу посмотрел, а аниров мне не дали. Вот засранцы, а, ты прикинь. Обманули, друзья, получается. Так, ну что, ладно. Давай, наверное, сделаем с тобой созревание еще, да? Прокачаем и... Взрыв. Вот так вот. Ну что, у нас с тобой 17 уровень, друзья. 17 уровень. Ух. Жестко, люто. А что поделаешь? Опа, а это... Вот этот дракон уже не такой милый. Ха-ха-ха, да уж. Летающий кошмар в броне — это серьезная проблема. Ведь его не подбить огненным шаром. Но как мне тогда лишить его брони? С моей помощью, Диди. Или тренируй примесь огненного урона для своих энергетических шаров. Иначе никак. Какой немилый дракон. Плохой дракон, плохой. Чего? С помощью...
О, так мы так далеко не уйдем. Да, меня такой дракон совсем, ребята, не радует. Давай, 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 давай. Отлично. Так, стоп. Это же поросёк. Носки. Укусит же. Эх. Так, стопэ. Достал он уже тут. Атакуем, атакуем, атакуем. Да сбиты эти огненные сопли. Отлично. Так, 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 подождите секунду, сейчас мы... Сейчас, 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 поехали. Переключаемся, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй, он там еще и вверху ползет. Ну, Фэй, ну помогай, блин. Что это за взрыв? А, это мыши так бежали, да, взорвались. Влупляем. Все, нафиг надо поджигать всю землю. А-а-а, питач ползет же еще. Еще ползет питач. Нет, нам нужно прокачивать с собой, чтобы у нас вот эти вот сферы наносили огненный урон. Твою налево. Да-да-да, именно с броней там идет. Жарим, жарим, жарим. Ох, как они быстро орешек-то уничтожают, ребят. Нет! Так, отлично, ребят, мы его пробили. Это Диди... Ой, это Фейб не помог, кстати. Чего ж нам греха таить? Понял. Броневички. Кошмарики, броневички падают. Так, Фэй готов, да? Ну что же, это хорошо. Хорошо, что Фэй готов. Это хорош. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не надо проходить. Я, наверное, так вот сделаю. Как же они быстро уничтожают орех, вот ты посмотри. Этот еще своими отрыжками там буянит. Так, носки летят на нас, окей. Так, целая орда носков. Ну... Чётенько. Взрывные крысы. Очень много. Как думаешь, справимся? Я думаю, справимся. Когда они вот так вот бегут в один ряд, это хорошо, ребят. Опять пятачки. Питач, питач, еще раз питач, да? Всю броню сбили, погнали. Если что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай быстрее, 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 потому что вон там еще партия идет. Да куда ты, что ты делаешь-то? О, Рэйчик, ну ты даешь, блин. Сейчас будешь фейлиться, да? На пустом месте. Фэй, помогай. Ударит же, гаденыш. Не успел. Фьюх. Не успел он. Стоп. Это необходимо было сделать. Брони. Я думал, броню он лишится. Нифига он не лишился, ребят. Ни шиша он не лишается. Опять носки летят целой армадой. Эй-эй-эй-эй-эй-эй.
Так, и дракоша, да? Опять же, это не последние бойцы. Сейчас что-то будет. Конечно же. Броневички, а вместе с ними кто? Собаконы, да? В броне, естественно. Кто еще может с ними тут идти? Так, у меня Фэй на откате. Ребят, по-моему... Ай-яй-яй, рано радоваться. Ты, блин, сейчас серьезно? Жарим, 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 жарим. Есть. Ты? Ты в броне, блин. Да неужели? Твою ж налево, ребята, на три звездочки. Только дай, пожалуйста, мне бонус, а? Да ладно, неужели дали мне бонусы? Спасибо. Так, 583, друзья мои, прокачиваем. Ну что, будем, наверное, огонь качать, да? Пора бы уже, наверное, я думаю. Посмотрим, насколько эффективно это будет у нас по пробитию. Так, 18 уровень. Кошмары злые, но тупые. Воу! Иногда они возвращаются. Не так быстро, потусторонний миньон. Я не верю в призраков. Я тоже. Я тоже в себя не верю. Он такой унылый. Давай-ка я лишу его печали. Встречали? Эх, молодежь. Никогда не пойму, что уснул мне. Да иди ты. Офигеть. Если я вот так буду, куча пойдет, я не справлюсь с ними. Стоп. Огонь, 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 огонь. Влупляем. Я же вроде прокачивал, да, огненный урон? А, есть, есть, ребята, по-моему, по двойному урону идет у нас. Но по семерочке все равно отнимается. Так, стоп. Да блин, хоть разорвись называется. Ну-ка. Да, нормально пока. Ждем. Блин, зараза, а. Бронявые, бронявые ребята идут. Поехали. Так, не подпускаем их. Фэй, ты, надеюсь, если что, прикроешь? А этим-то что, не сбили броню? Ну-ка. Что-то он как-то плохо, ребят, сработал. Ах, саданул по дереву. Так, носки поющие летят. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нормуль. Еще носки. Так, Фэй, давай-давай-давай-давай. Не спи. Ишь, я один не справляюсь, блин. Что ты узел? Да блин, еще тебя не хватало здесь, а. Ладно, сейчас мы его уничтожим. Блин, три звездочки, по-моему, нам не светит, да, здесь? По-моему, нам не светит здесь три звезды. Ты смотри, что творят. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. И как? Фэй, ты специально, да? Понятно. Давай, влупляй. Было тебе вот так вот. У него как-то супер ульта срабатывает. Непонятно, ребят, как на самом деле. Когда захочет, тогда и сработает. Бомбим. Давай, 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 давай. Все.
Да. Половину только прошли, а у нас уже с тобой здоровья-то вообще маловато. Маловато, говорю, здоровья, друзья. Очень мало. Хотя атака вроде бы прокачана как бы неплохо. Но нет того урона, который хочется получить. И вроде интенсивность все по максималке, но это нас не спасает. Ну что, носки опять? Это броневики. Причем два. Два собакона. Ну? Ага. Все-таки пробиваем мы, друзья. Как тебе объяснить-то это? Пробиваем мы через броню. Ну, не 7 урона наносим, а 6 единиц. Давай, 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 родные. Есть. Так, ну этого он должен быстро нахлобучить. Если бы все снаряды бы попадали, а то пролетают некоторые мимо. Окей. Да ёк-макарёк. Да горите вы там, ё-моё. Воу-воу-воу. Спокуха. Зиночка. Я Дубровский. Так. Хрюкало-мяукало. Давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Это еще не последнее. Блин, он орех уничтожил целый, пока я тут бомбился с этими. Ну? Где там? Кто? Чё? Еще и призрак, еще и призрак. Так, Фэй на откате. Я думаю, мы справимся здесь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Носки. Так, мы их задержим. Давай так вот бомбанем. Не то я хотел. Я больше трачу на то, чтобы, ребята, отбиться вот от этих, как бы тебе сказать, огоньков, которые они в меня выпускают. О, нет, 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 да какого? Ты сам видел, что произошло. Я офигею. Я просто офигею, ребят. Так, ладно, друзья мои, давайте, наверное, мы с вами. Не надо, не надо, не надо мне вот это вот. Мы, наверное, с вами будем закругляться на этой ноте. Кстати, почему этот уровень у меня не пройден на 3 звездочки, я не понимаю. Перед боссом, к тому же. Ну-ка, давай-ка. На 3 звездочки должны пройти. Обязаны просто. Видишь, половина снарядов просто пролетает в никуда. Ну, вон, видно даже, да? Вот это мне больше всего нравится, когда вот этот вот суперудар срабатывает, вообще ничтяк. На весь экран, ребят. Ага, огонюшки захотел свои попускать здесь. Не надо. Хорошо, их так орешек покоцал. Идите носки отсюда. Во свояси. Я тебе говорю, потом пойдут носки с броней. 100% тебе говорю. Если уже драконы там с броней, то и носки должны быть с броней. Как-то заморозка очень фигово на них действует. Вот у нас кто. Нет, нет, нет. Какое жуткое создание. Зуберт. Зашибись, еще игра зависла. Ой, ребят, ну короче. Какой злобный. Ну, давай все равно попробуем перепройти. Так, друзья мои, погнали. Первый у нас
раз был неудачный, потому что вылетел. Я думаю, должны пройти мы с тобой все-таки. Погоди секундочку, что-то у вас тут много, разве так все это было? Стоям бы, я сказал. Что-то как-то мы начали паршивенько, ребята. Начали мы паршивенько. Главное меню. Я уже начал фейлиться на самом начале. Это, конечно, никуда не годится. А смотри, когда одиночный, ребята, бомбит, он наносит 11 урона. Когда двумя, намного меньше, но зато больше захватывает радиуса, так скажем. Так, стоп, подожди. Да что такое-то? Я в первый раз такого трэша не чувствовал. Не было настолько, блин, сложно, как сейчас. Пипец. Чё не так-то? Я не понимаю. Может, надо поджаривать их начинать? Офига, это поджарка, ребят, на них вообще никак не действует. Сам видишь. Одиночные атаки. По-моему, они плевать на них хотели. Как по мне. Да, конечно, плевать не хотели на это все. Смотри. Так, допустим, давай. Не, вот с этого, наверное, начнем. С верхнего. Окей. Как там, Груберт, или как его там звали-то? Который появиться сейчас должен. Давай, прожимай их. Так, носки, ну тут понятно, с носками сейчас разберемся. После них, по-моему, да, пойдет. После них пойдут еще носки. После носков еще носки, да? А потом уже пойдет Груберт этот. Вот он. Нет. Ну что ты будешь делать? Сезон почти закончен, а тут такой кошмар. Кидай орехи, Диди. Только орехи смогут нас спасти. Да я думаю, что я и так справлюсь с ним. Без орехов. Да. Что и требовалось доказать. Ну, конечно, маловато дали очков нам. Маловато. Но, тем не менее, мне хватит на одно умение с прокачки. Ой, 1000 уже стоит, ребят. 1000, ё-моё. Так-с. Ну, тогда понятно, ребят, что. Повышает урон огненных шаров по здоровью кошмаров. Вот так. Ну что, ребята, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!